Твою душу выебут. Правда, я 280 сейчас буду бегать, но это уже другое дело совсем. Я еще и курицу в команде куплю. Потому что я, блядь, наркоман. Три веточки, хоть на два фростбайта хватит. О, и вардец мне засунул лич. Красавчик. Бля, у нас лич. Он даже юзлеснее, чем ЦМ-ка на самом деле. О, слышишь, я под... ёбаный стыд, под хаулом ЦМ-ка. Знаешь, что творит с врагом? Да. Нет, от меня много зависит, как я откатаю. Пошли на руну. Так откатай хорошо. Ну, здесь надо волну поймать. Сделать не кратчей, а занять. У тебя скорости в два раза больше, чем у меня, чтобы ты понимал. Мне тяжело с тобой гнаться. Ну, не в два. Но близко. Главное в минус очки не сыграть. Да. Он друид потом. Словить их тяжело, блять, это пиздец. У меня есть ульт. Он пропадет. Тайминговые эти, блять. Ты прочитал? Ну, они вызываются, они пропадают через 3 секунды после рута. Уже хавали. Мы играем с тем же чуваком, который на бруде играл, он сейчас на миде кинет. Здесь на самом деле очень интересный клиент. Ну да, нормальный парень. Можем сразу. Но я ему фростбайта дам. Да. Блять, не ударил. Семочка, блять. Ой, ебаный стыд, Иван. Хорошо. Можешь сдохнуть, в принципе. Нет. Там за тобой ренжовик пошел. А я и табор не пропушился. Ну ладно. Ну, кстати, можно будет еще раз, если пропушить, просто бить крипу. Мне сейчас второй будет. Будет, да. Это ебучая на фласку разок, то, что вы сегодня повелись, блядь. Дредух, надо было хватать, честное слово. Что я за... нажал на него кнопку и пытался, да? Схватить. Давай под хавлем. Ага. Хватит. Иван, у него как будто бы ботинок есть, блядь. Это какой-то фейл, ты после новой даже не смог дать этот. Ну так, move speed. Мне ботл едет. Его сейчас надо было хуярить. Убеду крипов. У меня только один спел, у тебя мало жизненной энергии. Слушай, откуда у тебя почти... А, ты же там его в соленичка забрал. Ну, вот этим героем мне тяжело будет перелосхитить. Ой-ой-ой! Понял, да? Угу. Есть очко. Так, Мишган там попер. Я здесь пропушу. Давай. Я просто мишку буду хуярить. Не хочешь обходить? Обходить? Можно, в принципе, и мишку. Ну там новый не скоро. Не знаю, что там у них на линиях, но у нас, по-моему, все хорошо, у медведя будет все плохо. Да. Обходи, Дудух. Издемируй медведя. Ладно, я пошел. Что-то он законтролился, по-моему. Все, не уходит, да? Да. Кабан, тебе в помощь. Ё-ё-ё, это ЦМ-очка. Шо за герой? Парни, парни, чё ты? Вот это хуеват стоит, как, блять, вообще, не айс. Почему? Дай дух еще раз. Понял, иду, подожди. У меня пока скиллов не очень много. Тимбер, блядь, унижает нас. Я подбегаю уже с ботинком. Понял, да, давай. Прямо отсюда хочешь? Я отсюда пойду. Давай, я набегаю, набегаю. Сейчас будет восхитить. Пошли.
Блять, Иван. И Кимбер что-то бегает. Сука, он в 3 раза быстрее меня бегает. Я боюсь. Хоть он на 4 левела. Я подховлю, пока тавр побью. Угу. Блять, грибы. Сука. Внизу хоста. Крипы идут. Ага. Слышишь, а хауль пофиксили? Походу патч вышел на первом левеле 14 дэмэджа без 20. Не знаю. Тут новость. Медведя, блядь, там не айс дела. Хоть это радует. Да. Скоро будет ульт. Руна внизу хостами этот забрал, наверное, господи. Ну Тимбер это уже нормально, ему есть что сказать хотя бы. Я надолго здесь. Я понимаю. Можешь этому? Как Фурион уж тридуха. Если бы ты сразу помог Фурионам, блять, было бы найс. Ладно, мне странки. Да нормально, мы всех сюда подтягивали. Лучше себя чувствую. Спанешь? Да. Долго-долго у меня, очень долго. Хуел тебе, да? Он еще подошел поближе, чтобы удар сделать. У меня сейчас ульт есть. Я не понял, как он такой прожжет. Короче, ладно, размен есть размен. Нормальный размен будет 6. У него, кстати, опять медведь не будет. Я не знаю, что он не ливнул еще. Но он мог бы. Ставр заберем. Кимбера сейчас отхую с 8 изи. Только ульта у меня нет, шестого нет. Ну похуй. Да. Так, я набегаю там потихоньку. Давай. Спереди просто идут Тауэр Тимбера, там сейчас на беде еще нам хауль дали. Блять, не Тауэр. Подожди, какой Тауэр? Кричал. Так, время копить на бедас теперь. Ты не после. Да ты заебала, проститутка. Хоть ты 4 левела, хоть ты меня убьешь, мразь. Что за люди пошли? Ебать, мне по-моему габель. По-моему тоже. Я хотел вырубить, чтобы он сюда не блипнулся. Не получилось. Я купил тревла для развлечений. Угу. Потом сейчас некробу буду хуярить. Стимер нас... можно развлекаться, он не обрывается, я нажимаю кнопку одну, и он долго меня бьет очень и умирает. А ты прилетаешь и пизда всем. Сейчас я прилечу туда сразу его и отхуесосим. Сейчас я поиграю скоро в жертву. У нас там так таликан еще есть, блядь, интересный очень человек. Хуярим? Подожди, сейчас подойду такой, в жертву поиграю. Угу. Сори, сори, сори. А, я понял. Блять. Он долго постоит. Блять, у меня ульта теперь нету, очень плохо. У Пуджа, блять. Ты чё, блядь? Ты прикинь, он ещё здесь жил. Ты будешь жить? По идее, да. Буду, буду. Давай вот хуярим ещё здесь. Я отойду, там подмачу, тут мне хочет. Но я уже с хп. Убей его. Не смогу. Надо было мне дальше просто уходить, я что-то поверил в себя, блядь. Не надо было.
Было вообще нормально. Да. Я вырубил урной бы, отхилился. Так, можно ли мид помочь пацану там забрать? Фурион голый. Силабир, соответственно, тот же. У нас Эмбер Спирит, кстати, в команде есть. Боже, если он сейчас сдохнет, то у меня не будет корней. Блять, как же у него должна жопа гореть, это пиздец. А, ебаный стыд. Тупо неудачник на самом деле. Он бегает в Крутавр, его заблочили крипы свои же. Так я не про тебя, слышишь, я про лондруида. Ты тут при чем? Ты же тут убиваешь, правильно, что у тебя тут гореть-то должно? А, вот это тот самый парень, который я, в принципе, предвещал. Сверху реген. Угу, возьму. Давайте, давайте, подносим, подносим, подносим. Ага, ага. Ой, хорошо так. Ой, что будет делать с моей аурой Люканы со своими вот этими приколами? Да. Это же вообще ебаный ад. Чувствую. Не, в натуре был патч, походу, Люкана пофиксили немного. Что мы еще сделали? Может, силу опять порезали? Что у него мало жизней. Так, ману еще больше заливаю теперь. Да, конечно, ёп. Молодые задумали, что. Снизу двое. Угу. Я сдох. А, не, подожди, подожди. Американцам разрешают вопросы. Жалко, это не те времена, где медведь просто находится в колбе секунд 40. А нет, ну нахуй тебе времена, блядь. О, руна. Ну, конкретно для этой игры было бы неплохо. Люкан говорит, руну вам дай вниз. Не, здесь лондрит вообще не в кассу против такого пуша, блядь. Да, блядь, ну дайте шкурицу завязать. Да я заебался ловить стрелы. Меку, братик. Меку мне, блядь. Тут бестмастер у вас погибает, блядь. Ай, блядь, и Мидас не прилетел, и Мидас не нажался, и очередную стрелу я словил. Но, блядь, под мат, и все равно слышишься под мой. И в таких моментах стрела твоя нахуй никому не нужна. Лола, Эмберу на марш и похуй разве? Вот это новость. Че не похуй? Ну типа у него щит блочит весь дэмэдж, он же там композит. А, ну до 500 он там секунду не проходит. Короче, блять. Качаюсь, ебать. Да беги волком куда-то туда, я ж там сейчас. Тоже не карася заварю. Что?
Вот еще вход. Здесь кот смог произвел. Молодец. Ой. Да блять, сука. Так с некрами быстрее, Иван. Да я понимаю, блять, но всё, я физы повторно прожал. А сейчас он, блять, развернется, да? Давай, ну что, ты ж аркадный парень, ну что ты не хочешь посмотреть, как бисмастер тебя ловит? Блять, почему не такая большая скорость атаки? Я не понял. А, Мидас, да. У меня медведь пришел хуярить. Угу. Медведя. С виномом, осторожнее. Аккуратно, я держусь. Держись, держись. Подходите, да? Да, подходим, засейвим тебя. Опа, Рошанчик, экспу не успею, или успею, помедленнее, помедленнее. Хорошо-то как, а? Не, ну в принципе у нас появится трое некров, и если он убьет все три, он сдохнет. Но нам бы еще парочку блейдмейлов, чтобы он убивал некра и под блейдмейлом еще помирал там. Вот это было бы хорошо. В принципе я могу, наверное, себе позволить блейдмейл, а могу позволить некра еще одним. Ну я что-то тинки запускаю. Я прилечу к вам с третьими никами. И опять я словил стрелу и сдох. Ох ты ж ёбаный-то стыд. Ам. Ну-ка, ну давай. Ам, ага. А ликантроп, кстати, не стал никогда делать. И правильно сделал. Просто замутит светорасочку и сломает базу врагу. Там, блядь, с некрами мы сломали тоже. Не, ну так-то, типа, он, даже если мы зафейлим, то он все равно сможет сломать базу, даже если они смогут отпушивать некра, уже настанет такой момент. А у тебя третий, ну все, можно идти заканчивать. Смело. Не будет или марша здесь. Угу. Да и базы не будет, наверное. Так, я набегаю, набегаю. Вообще кто-то подавится некром. Некра отвести хорошо. На нахуй. 200 голды, на нахуй. Ловлю. Нет, повезло. Все, блядь, никуда ты не уйдешь, крыса. Мне очень не нравилось, что ты делаешь. Твое творчество, блядь. Ебать, Сэмочка наваливает. Без некров еще драки такие у нас. ГВП, ГВП. Сразу вот эту хуйню похуярить. Да. Ты по мне помочь будешь сейчас на 30-й. На миде. Баллисточки. Mm-hmm.
Так, надо будет для парсерси купить что-нибудь. Пойду, наверное, да, куплю. Да для парсера! Просто для парсера! Тварь! Все, Иван, я типа тоже такой был полезный. Сейчас еще голды ГПМ повысит. Блядь, Мидас не в откате. Какой позор. Какой позор. Сколько сейчас играть? Иван, сейчас посмотрим. Калькулятор. Минус. Так, ну. Что? Пока еще неизвестно. Ну ничего, потом узнаем. Все, блять, и то-то сломалось. Ах.